В минувшую субботу состоялась традиционная ярмарка саженцев, организованная городским отделом предпринимательства. Любой желающий мог приобрести на автостоянке центральной мечети Нургасыр плодово-ягодные декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы и экзотические растения. Саженцы представили местные крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели. Подобные ярмарки традиционно проводятся весной и осенью, и отрадно, что многие актюбинцы приходят, чтобы приобрести саженцы деревьев и тем самым внести свой вклад в озеленение города. На ярмарке реализуется большой ассортимент деревьев и кустарников, которые адаптированы к местным климатическим условиям. Вниманию жителей, значит, горожан и гостей города представлены декоративные, плодово-ягодные деревья, также комнатные растения, значит, и, значит, удобрения и садовый инвентарь. Есть позитивный отклик от людей, как вы видите, приходят люди, покупают, те, кто занимается именно садоводческими, значит, развитием садов. В дальнейшем мы планируем и также, точнее, мы пригласили, ну, эти лесные хозяйства, лесхозы Мартукского, Хабдинского районов. Там. То есть в настоящее время у них посадочного материала нет в наличии. Как уже упоминалось, свою зеленую продукцию представили хозяйства, индивидуальные предприниматели, которые занимаются выращиванием и реализацией саженцев. Как подчеркивают специалисты, весной наибольший интерес к ярмарке возникает у дачников. Они приобретают саженцы плодовых деревьев и кустарников. А осенью уже простые жители покупают деревья для посадки на придомовой территории, в многоэтажных домах и частном подворье. У нас очень большой список пород, начиная от яблонь лесных, которые у нас, в принципе, и в городе рассаживаются как декоративные, тополя, клен, ясень, ивы, сортов, наверное, 6 привезли. Есть кустарники декоративные, тот же пузыреплодник, кизильник блестящий, есть плодовые кустарники ягодные, крыжовник, черная смородина, красная смородина, есть белая смородина. Очень сейчас большой ассортимент, каждый год наращиваем. Сейчас у нас все закрыта корневая система. Мы привезли все в контейнерах, в горшках. Также можете наблюдать, у нас есть полиэтиленовые мешки. Это сделано из вторичного производства. По словам организаторов, подобные ярмарки саженцев будут проводиться в выходные дни каждую неделю вплоть до конца сентября. Николай Сырбов, Азамат Сауханов, телеканал Актобе.